Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 6, урок 11. С 6 грядок одного огорода собрали 504 огурца, а с 8 грядок другого огорода 336 огурцов. С грядки какого из этих огородов собрали огурцов больше и насколько, если на грядках каждого из этих огородов огурцов было поровну? Найдем, насколько больше огурцов собрали с одного огорода, чем с другого. Для этого мы 504 разделим на 6, а 336 разделим на 8. И мы узнаем, что с одного огорода собрали 84 огурца, а с другого 42. Если от 84 отнять 42, мы найдем разницу – 42 огурца. Ответ. На 42 огурца собрали больше с первого огорода, чем со второго. Б. Один прямоугольник имеет ширину 6 дециметров, а площадь 504 дециметра квадратных. Второй прямоугольник имеет ширину 8 дециметров, а площадь 336 дециметров квадратных. У какого прямоугольника больше длина и насколько? Найдем, насколько больше длина у одного из прямоугольников и насколько. Для этого мы 504 разделим на 6 и узнаем длину первого большого прямоугольника. А 336 разделим на 8, мы узнаем длину второго прямоугольника. 84 отнимем 42, мы найдем разницу 42 дециметра. Ответ. На 42 дециметра длина больше у первого прямоугольника. Задача В. Мастер за 6 часов сделал 504 одинаковые детали, а его ученик за 8 часов сделал 336 таких же деталей. У кого из них производительность больше и насколько? Найдем, насколько производительность больше у одного мастера, чем у его ученика. Для этого мы 504 разделим на 6 и узнаем производительность мастера. Она равна 84 детали в час. А 336 разделим на 8, мы узнаем производительность ученика. Она равна 42 детали в час. 84 отнимем 42, и мы найдем разницу. Ответ. На 42 детали производительность больше у первого мастера, чем у его ученика. Все три задачи имеют одинаковое решение. Придумай задачу с другими величинами, которая имеет такое же решение. Придумаем аналогичную задачу. Одна машина проехала за 6 часов 504 километра, а другая за 8 часов проехала 336 километров. Скорость какой машины больше и насколько? Найдем, насколько больше скорость одной машины, чем другой. Для этого 504 разделим на 6 и узнаем скорость первой машины. Она равна 84 км в час. 336 разделим на 8, и мы узнаем скорость второй машины. Она равна 42 км в час. 84 отнимем 42, и мы найдем разницу 42 км в час. Ответ. На 42 км в час скорость первой машины больше. Возникли вопросы? Оставляйте комментарии под видео.